На рынке с каждым днем все больше клубники, ягода пошла рано, цены на нее сейчас, как обычно, бывают в конце мая. На овощи и мясо цены после Пасхи упали, что почем сегодня на зеленом рынке, узнавала Ирина Руснак. Того ажиотажа, что был на столичном зеленом рынке перед Пасхой, уже нет. Но к поминальным дням люди тоже готовятся. Больше всего народу у прилавков с овощами и клубникой. Как цены на рынке? Что скажете, поменялись после Пасхи? Да, уже пониже цены. Да, можно и клубнику позволить, и всякие разные овощи. Да. Что подешевело? Клубника, огурцы, да, 25. Огурцы по 25-27, молодая картошка по 26. Яйца на Пасху были 22, сейчас 18-19. Мясо тоже подешевело, но только свинина сегодня на рынке 90-95. Говядину продают по той же цене. На Пасху было по 120. Она и сейчас так же. Ее нет. Очень мало говядинки. Не выращивают люди. Уменьшилась цена, конечно, стала все в норму, как было до праздника. 95 рублей можно взять хорошее чистое мясо. Мясо берут, но не так активно, говорят продавцы. В топе покупок в эти дни овощи, и у каждого второго в тележке или в руках клубника. На выходные брали, понравилось, сейчас еще берем. Как бы витаминчики надо принимать. На выходных почем было? Тоже по 40 брали. Было по 38, по 35. Клубника по 35-40 рублей. Обычно такие цены на эту ягоду у нас были в конце мая. В этом году клубничный сезон у нас начался на 2-3 недели раньше. Продавцы объясняют это просто. Все дело в погоде. Практически весь апрель у нас было солнечно и тепло. В этом году раньше море, но она раньше испеет очень. Раньше по одной выбирать, а сейчас гроздями. Быстро пройдет. Раньше началась, раньше может и закончится. Так продавцы говорили сегодня про клубнику. Ягоды, конечно, еще подешевеют, но, как обычно, клубнику ждут больше всего. И всем хочется попробовать уже сейчас. С начала этой недели уже много клубники было, поэтому вот пришли за второй порцией. И цены приятные? Да, можно и по 30 рублей даже найти мелкую. Как вы сегодня попробовали, как клубничка вам? Ну, не как мед, но уже вполне съедобный. На рынке сегодня мы заметили черешню, в основном вся мелкая. Это майская по 35 рублей за килограмм. Есть зеленый горошек по 60-70 рублей. На прошлой неделе был дороже. Горошек очень люблю, наконец-то свежий появился, очень ждала. Много на прилавках молодого картофеля, весь местный, утверждают продавцы. Это та самая 40-дневка, садили в середине февраля. Откуда картофель? Кисканская, своя личная. Многие не верят, что вот уже у нас картошка молодая. Да, конечно. Что слишком мало времени прошло. Это была под пленкой. Сейчас давно уже пленку сняли и без пленки. Сейчас пошло тепло уже. Сегодня в рабочий день людей на рынке было достаточно. Завтра выходной будет больше. Продавцы пообещали, цены перед поминальными днями не изменят. Ирина Руснак и Михаил Белый, ТСВ.